Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам на Аллее Славы в Видном состоялось в рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память». Среди пришедших депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов – сторонники и члены партии во главе с секретарем отделения «Единой России» в Ленинском округе Алексеем Спасским. Сегодня в Ленинском городском округе, как и везде по Московской области, началась реализация партийного проекта, посвященные ветеранам боевых действий. Патриотическое воспитание сегодня – это не пустые слова. Действительно, надо заниматься всем миром активно и на примере. На примере тех, кто это все прошел. День ветеранов боевых действий, хоть и не является официально признанной датой, отмечается в России с 2009 года, пришедшей почтили память о героях-земляках минутой молчания. В Ленинском округе живут 944 ветерана боевых действий. Многие из них видят свою общественную роль в достойном воспитании подрастающего поколения. Поедем по школам, по пионерским лагерям, пообщаемся с детишками, расскажем, что за праздник, откуда он пошел и что значит для человека, который защищает наши боевые рубежи. Мы прошли горячие точки. Наша теперь цель – грамотно воспитать нашу молодежь, подготовить достойное поколение. Также среди целей партийного проекта «Единая Россия. Историческая память» – восстановление памятников, формирование общественного интереса к отечественной истории, содействие патриотическому воспитанию молодежи. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.